Друзья, всем привет! Давайте расскажу, как мы сделали открытую террасу к бывшей бане. Вот это вот справа, это баня. Это 9 винтовых свай, 108 закручены по периметру. И одна по центру. Размер у нас 4 на 4 метра. В качестве обвязки использовался брус 150 на 100. Он лежит плашмя. В принципе, если кому-то принципиально, и чтобы повысить нагрузку на изгиб, можно этот брус ставить на ребро, не плашмя, а на ребро. Лаги у нас расставлены шагом 60 сантиметров, доска 40 на 150, настил из доски 40 на 150 сплошной. Прибивали гвоздями на косую в шахматном порядке. Потом еще нужно будет прокрутить саморезами, также в шахматном порядке. Почему сразу не пробиваем? Потому что нужно будет подстругать, потому что у доски есть небольшие перепады, чтобы плоскость была более ровная. Поэтому прибить можно попозже. Значит, дальше у нас каркас. Задняя стенка у нас будет сплошная, зашитая из USB. Значит, там использовался брус и доска 100 на 40 и брус 150 на 150. В принципе, там никакого значения нету. Брус можно не использовать. Подойдет и доска везде 40 на 100. Зашили USB, USB 9 снизу вверх. Так спустили USB, чтобы еще хватило на обвязку. Перевязать обвязку. Прибивали гвоздями и саморезами. Значит, собрали переднюю стенку. Она 3 стойки и столба. И столбов 100 на 100. Верхний ригель тоже столб 100 на 100 подняли. Первую доску вот мы крепим каким образом? Мы первую доску никогда не приколачиваем сразу до конца. Мы ее потом отдираем, прибиваем стойки, столбы насквозь. И уже поднимаем столбы. И получается скрытый крепеж внизу. Тропила у нас из доски 50 на 200. Шаг, ну там примерно 60 сантиметров между стропил. А обрешетка из доски 25 на 100. Шаг между обрешетки примерно там 20 сантиметров. Профнастил у нас обычный оцинкованный, толщина 0,45. Ну, застилается снизу вверх с перехлестом там на одну волну. Крепеж по саморезам, а обычные оцинкованные саморезы кровельные используются для монтажа. В принципе, практически то же самое, что и металлочерепицу, такие же саморезы, только вот оцинкованные. Спереди у нас перила и ограждения такие как бы в виде крестов. Здесь доска используется 40 на 100. Кресты тоже самое, 40 на 100 запиливаются там под угол, представляется доска, отмечается и отпиливается. Также боковая стенка дальняя глухая, зашита USB. USB здесь вкручиваем плашмя, то есть не плашмя, а горизонтально. Также оставляем стойки, чтобы стык не висел. И в принципе ставим еще дополнительно, чтобы просто пожестче было. Декоративного элемента использую рейку. Она 25 на 45. Сначала отпиливаются уголки под 45 на этих рейках. Прибиваются сначала наружный ряд обрешетки, потом внутренний. Для шаблона используем такую доску, взяли дюйм, чтобы удобно шаг выставлять. То есть приставляем ее и даем шаг как раз 10 сантиметров и прибиваем. Прибиваем финишными гвоздями, гвоздики полтинник. То есть прибиваем и между ними, доски между дощечку между дощечкой, и прибиваем также сразу же к брусу. Просто насквозь прибиваем. Ну, вот такой вот окончательный вид получился. В принципе, еще использовали пропитку. Внизу пропитали лаги и ступени. Вот доска поближе. Вот это вот 45, вот здесь вот 25 толщина.
Вот эти отверстия, это там будут потом стеклышки такие вставлены, декоративные. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!